привет. Мы в Сент-Джеймс-парке в Лондоне. Я вам просто сейчас покажу вот сзади меня вот эти красивые цветы. Это парк напротив Букингемского дворца. Вот он прям справа будет от меня. Садовники постоянно следят за тем, чтобы эти цветы были свежие. Как какие-то начинают увядать, их пересаживают, перекапывают. Первый ряд, он, конечно, безусловно, смотрите, абсолютно огороженный. Сзади там уже, видите, туда, конечно, никто прям так уж не полезет. Там все, значит, вот парк, люди, видите, перед рабочим днем отдыхают. То есть цветы ухоженные, убранные. Пальма отцвела. Ее, кстати, посадили, знаете, когда только? Ее года 3 назад посадили. Я еще с собакой гуляла, эту пальму посадили. А сейчас...